Ну, это на кого вы видели, тоже на дне поля. Ну, опять же, Крода Шантане, 110 дней, вот реально по практике, хотя в каталоге написано там 120, на 110 день она уже округляется. Значит, из ее преимуществ в фазе карандаша, то есть когда мы, грубо говоря, как мой палец, она изначально уже формирует вот такой вот карантинный цвет. Вот его даже видно. То есть, ну, это можно, да. Проектор. Да, вот, то есть это его самое главное преимущество. Ну, опять же, можно ее сеять март месяц, значит, у нас есть такой опыт, то есть она нормально получается. Ну, и летние посевы, июнь, то есть можно смело сеять хорошие. Обратите внимание, 18-19 сантиметров, то есть Курода Шантане, это немножко длиннее, чем Шантане. За счет этой длины набирается дополнительное урожайность с гектара. Ну, тем не менее, она тоже округлая. Да. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.